XX, с вами Billy Vicks. Всем привет, я Алиса. Мы находимся в магазине Monopri и сейчас будем охотиться на кукол. А ты подписывайся на мой канал и смотри мои YouTube Shorts. Наверху мы видим очень много Барби Ревил, также Totally Hair. Кстати, я этих куколок не видела вообще в других магазах, так что это определенно находка сегодняшнего дня. Есть также пляжные куколки, подделка Steffi Love. Ну, хотя, я так понимаю, они позиционируются как отдельный бренд, но давайте будем называть все своими словами, просто подделка под Барби. Color Reveal Барби сюрпризы. У меня, кстати, недавно вышло их YouTube Shorts, обязательно посмотрите. Челси маленькая малышка, малышка, в общем. Барби пляжные, Барби врач, Барби на выходе. Внизу мы видим много Disney Princess. Помню, недавно кто-то писал, типа, снимай побольше видосов про холодное сердце. Здесь только одна Эльза, поэтому сильно не разгуляешься. Ой, есть также куколка из нового мультфильма Disney, Wish. И вот что с ней? А, ну, в общем, сюда можно нажать, и у него язычок высовывается. Милашкинс. Чуть-чуть пониже мы видим уже какие-то сюрпризы Royal Color Reveal, то есть это как и в Барби сюрпризики такие королевские, только теперь и принцесс, и в частности Frozen. Есть также набор какой-то для создания причесок, разные браслетики, сережечки. Дальше у нас много пупсиков, тоже это все уже Эви идет Love. И даже такая двухэтажная кровать, ничего себе. Справа есть маски Леди Баг. Они на резиночке такой вот черный. Красиво, очень переливаются. Стоит 5 евро, 5 тысяч рублей, хотела сказать, 500 рублей. 500 рублей за маску, конечно, что поделать. Да, вот можете визуализировать, да, как это все выглядит. Их реально здесь просто куча, никто не хочет покупать. Снизу есть Пардон. Excuse me. Кстати, прикольный единорог. Вот, есть еще поняшки. Недавно в России что-то увидела за 100 рублей такую, не оригинал, естественно. Такая, хочу. Ну, в общем, не купила в итоге. Ферби, мини-ферби. Вот такие вот милашки. Как они выглядят, мы можем посмотреть сбоку. Разноцветные, реально такие пестрые, жесть. Я еще нашла четвертый вариант, пока вам рассказывала. Вот, 4 вариантика. Какой вам нравится больше всего, пишите в комментарии. Мне кажется, вот этот розово-лилово-фиолетовый вообще самый топ, самый милый. Фу, зачем я приложила к своему лицу? Стоят они 13 евро. 1300 в рублях. Lolly Birds, это, короче, от Vitech, я не знаю, у меня есть от них приставка, я играла еще лет 5, наверное. Сейчас они выпускают интерактивные игрушки. Да, это интересно, конечно. Внизу очень много DC Super Hero. И, да, вы все ждали. Возможно, нет, возможно, да. Есть Magic Mixes. Котел, немножко самая. Вот, и вишесов яйца здесь очень много. Там прекрасный ассортимент. Леди Баг и Супер Кота. Вот, все, я забираю это и иду домой. Ладно, шучу, нет. У меня нет столько денег. Вот, ну давайте поочередно смотреть, что тут вообще есть такого. Первое это Банникс. Красная-красная красотка, кролик в голубо-белом костюмчике. И у нее еще в наборе ушки. Да, вот такая вот мелочка. Также есть еще и Леди Дракон. У нее тоже уже очень яркие волосы, маска красная. Вот, кстати, не могу понять, нравится ли мне то, что маски у них приклеены к лицу, или же все-таки хотелось, чтобы это была не цельная какая-то картинка, и все было отдельно. Конечно же, Маринет, ну куда без нее, классика жанра, и вот такая вот обычная, ничего особенного. Космобаг, ее я
уже пару раз видела в магазинах. Обалдела, приятно. Но, да, есть вот такая вот красотка. Реально, у нее такие волосы голубые, вообще просто. Кого бы вы себе выбрали? Леди Баг или Космо Баг? Пишите обязательно в комментариях. Есть еще и Супер Кот. Ну, это просто красота. Была на рынке, была шином, и я видела там открытого Мистера Бага. Я вам засняла все это, смотрите в моих YouTube-шортсах. Там я активничаю по полной. Я гроза магазинов, реально, по факту. Сама, собственно, Леди Баг, ради чего мы здесь все с вами собрались. Реально, пишите в комменты, кто вам нравится больше, классика Леди Баг или же все-таки Космо Баг. Нам всегда... Знаете, годы идут, но одно остается неизменным. И есть еще фигурка Райана Руш. Да, мы ее нашли в самом далеке стеллажа. И еще немножко тут посмотрим. Во-первых, есть Magic Mixes, котлы розовые. Да. Есть очень много Cry Babies. Поли Покет вообще такие маленькие, миниатюрные. Жесть, они у меня палец даже больше. О, ладно. Есть, кстати, Finger Links. Мне кажется, их начали перевыпускать, потому что раньше все-таки этих обезьянок ручных, которые выдают более 70 реакций, их не было. Ну, окей, окей, хорошо. И есть еще Little Sweat Shop. Я их собирала, блин, такие крошные, не могу. Вот, у меня даже дом был, то есть он даже есть. Я даже помню фотографию, где я сижу, играю. Ну ладно, не буду говорить, я там с голой жопой. Показывать, вернее, не буду, я там неприлично красиво выгляжу без одежды. Знаете, что еще? Ушки, ушки. Они еще... Ну, в общем, вы меня поняли. Классная тема. Пойдет в мой виш-лист. Вау, ничего себе, не могу сказать, что супер правдоподобно, но очень круто. Если тебе понравилось это видео, то подписывайся на мой канал и смотри мои YouTube Shorts. Всех вас очень-очень люблю, be cool and crazy. Всем пока-пока!